Всем привет! Сегодня мы поиграем в такую игру. Попытаемся отгадать игроков мужской основы по фотографиям, которые сделаны нейросеть. Нам будет представлено 10 картинок, и мы будем пытаться отгадать игроков. Против нас будут играть мальчики из молодежного состава «Локомотива». Кто больше отгадал, тот и победил. Поехали. Ну тут, видишь, эти... Хан какой-то. Арабские наряды. Гильерме? Это не Гильерме, он не на воротах. Так с бородой надо, кто с бородой? Ну, с бородой. А, это же этот. Это армян. Тигнезян? Тигнезян. Ну, это султан, скорее всего. Сулейманов есть в основном. Султан? Сулейманов. А имя у него какое? Он араб. О, он мусульманин. Какой мусульманин, если борода мусульманин, что ли? Нет, у него вот такая, я понял. Почему араб? Это вообще древняя Русь какая-то. Ну ладно, мы думаем, что это Сулейманов. А, перешел же сейчас. Блин. Из Краснодара? Да, перешел же сейчас. Какая позиция? Как, никто не приходил из Краснодара. Был. Как его зовут? Это Жамалединов. Уверен? 100%. Нет, это Сулейманов. Похож. Я же сказал тебе... Араб. Араб, я же тебе сказал, что это Сулейманов. А кто это больше может быть? Нифига себе. Красивая картинка. Угу. Я даже... Я поняла. Да. Это что за снег? Что с снегом связано? Что я думаю, это как-то на мороз что-то. Что-то с морозом связано. Морозов, может, Саня? Морозов? Ну, тут снег, холод. Он весь такой голубой, ледяной. Ну, мороз, холодно, на чем? Флэш? Да, да. А кто у нас быстро бегает вообще? Ну, это по-любому. Флэш. Кто самый быстрый у нас в «Локомотиве»? Кто у нас тут на картинке? Конечно же, Сергей Пеняев. Ну, еще быстро, эти князья быстро бегает. Дзюба, может быстро. Ну, скорость, флэш, да. По-любому он. Молния. Пеняев. Да, мне кажется, это Пеняев. Да, не, Пеняев это. Пеняев? Будильник. Ну, я не понимаю пока. Почему-то мне кажется, что это Карпукас. Гарри Поттер это сейчас. Что за время, сон? Понял? Он в 3 часа ночи не спит, наверное, это... Непрофессионал. Тикнезян? 3:30? Мы не понимаем. Мы не так рассуждаем. Тикнезян? Или кто? А кто? И вы говорите смотреть на время. Потому тут, что типа... часы тикают. Нифига ты! Ну, если так подумать. Офигеть! Тикнезян. В 3:30 можешь не спать из профессионала. Ну, там... Выкладывали, что Тикнезян жену свою возит в 3:30 утра. Может, он? Красавчик. Ну, это понятно, наверное. Самый кто, высокий. Кто, Дзюба? В команде самый высокий Дзюба. Дзюба, наш ответ Дзюба. Потому что тут все такие маленькие, а вот этот человек, он один большой такой стоит. Хотя, может быть. У нас есть французы в команде. Это Вимбаньяма, что ли? Париж. Париж. Это новый, который? Вимбаньяма. Это новый, кто из может перешедших? Защитник. Нет? Да? Я не помню фамилию. Новый, да, которого подписали? Угу. Это он. Да это Дзюба, наверное. Не, Париж, видишь, из Франции перешел, который. Фамилия. Он прям очень большой. Наш ответ – Немси. Жорзиньо. Думаешь? Немси, который новый пришел из... Да, наверное. Ну, он из французского клуба перешел. Немси? Точный игрок. Ух ты. Yeah. Это кто? Это Джеки Чан чисто. Ну, это, наверное, тот, который, не знаю, супер, знаешь, мячом владеет. Думаешь, Миранчук? Возможно, у него, ну, типа, он техничный очень. Это что, монах, что ли? А видишь, летает в небесах. Это тренер, может? Либо он учитель, понял? Самый долго кто Баринов находился. Ну, блин, мне кажется, он бы не так был бы изображен. Мне кажется, да, не он. Ну, там мудрый. Я знаю, вы самый мудрый человек, знаешь, что? Тюба. Нет. А кто? Может, капитан? Бара? Не торопите нас. Концентрейшн. Кто самый мудрый, может быть, в команде в основе? Ну, типа, кто дольше всех находится там? Наверное. Ну, мудрый же не потому, что дольше ну, всех. Я вообще так хочу решать. Ну, ладно, давай. Бразилия? Бразилия, это... Кто бразилец? Фасон, может? Бразилец. Или... А, Гиля. Бразилец. Главный тренер мужской команды. Галактионов. Нет, это неверно. Это Гилерме. Блин, точно, я же с ним общаюсь. Ему привет. Привет, Гиля. Это что? А, это брат? Один из братьев, может, близнецы ему? Как нам понять это? Близнецы?
Ну, близнецы. Может, видишь, типа, знаки зодиака, да. Это же вроде близнецы, может, да, 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 Антон, да. Или... Ну, это по-любому. Да, Миранчук. А нет, это же братья больше. Это, конечно, нет. Один. Миранчук. Это мой, значит, Миранчук. Кто-то. Миранчук. Брат-близнец, да. Миранчук. Ух ты. Это Баринов. Он заряжает команду и... Это вообще школа какая-то. Да, это Баринов, по-любому. Больше кто так может. Думаешь? Да, 100%. А типа, что на него все агрится? Не агрится. Почему? Он капитан, типа, он... Заряжаете? Да. Как у нас? Команда. Парнишка заряжает их. А кто у нас заряжает команду? Капитан. Капитан. Я знаю, наверное, мне кажется, Баринов, да, потому типа, что то, капитан. Что он всем говорит. Мы думаем, это Баринов. Баринов. Баринов? Да. Я же знаю, я профессор. Мы видим солдата, что который это? Стоит солдат, вот так. Это кто генерал? Это? Воин. Кто это? Ну, воин. Ты же постарше, чем солдат. Это понятно. В любом случае. Ух, опа. Ставим. Что за генерал? Это... Ты думаешь, это этот? Ты как... думаешь, это уже генерал? Конечно, это он. Галактионов? Да, это да, Галактионов. Последний? Да, да, да. Нет. Это Дзюба. А, точно, он же и так показывает. Это может быть и... Артем Дзюба и тренер главный, но мы выбираем, что это Артем Дзюба. Это что за машинист? У руля? Шофер маршрутки. Шофер маршрутки. Водитель. Ну вот это вот, кстати, может быть главный тренер. Главный типа то, что? Давайте представим, что он этот решает, машинист, что, да, он ведет Сапсан, ну то есть Локомотив. Да, он все решает. Ну руль, это значит... Это, ну типа главный тренер? Да. Ты уверен? Думаю, да. Точно? Да. Еще раз подумай. Я доверюсь тебе, давай. Да-да. Давай. Галактионов? Я же знаю. Главный тренер. Галактион. Галактион. А ты сколько угадал? Я всех угадал. Сулейманов. Из Краснодара. Да. Мы один не отгадали. Но мы мальчиков выиграли. Было интересно, только трудновато чуть угадывать. Тебе как, понравилось? Да. Просто партнер чуть-чуть тупил. Мне понравилось. Да, что мы смотрели, изучали эти картинки, понимали, что с чем связано, кто с чем связан. Интересно было посмотреть, подумать, поотгадывать. Самая сложная картинка для вас? Гильерми, нет? Не, ну, хотя да, Тикнизян и Гильерми. Я думаю, что ну, для меня Гильерми был сложный. Сулейманова. Сулейманова. Ну, он одет как-то, не знаю. Это крест у него на шее, да? Пеняев, наверное. Пеняев, да, и Мирончук. Мирончук. Антошка. Самый легкий. Пеняев, ну, вообще, это был Дзюба, но мы как-то не угадали его. Да. Генерал, шеф. Как на Дзюбу похоже? Ну, он руку так показывает. А-а-а. Мы правим. Мальчики лошары. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много крутых роликов.